Влад теперь батя? Что он там несет? И кого-то туда укладывает. Не-не-не-не-не, что происходит? Кто я только что увидел? У меня есть для тебя челлендж. По всему видео разбросаны 5 бананов. Вот первый. Если сможешь найти еще 4 и написать в комментарии, где они, я переведу тебе 1000 рублей. Кто вы будете в будущем? Если вы сейчас все это проигнорируете, будете бомжом. Если поставите лайк, будете миллионером. А если вы подписаны на канал, то будете миллиардером. Глент и... Пацаны? Он постоянно себя так странно ведет. Ну, кто-то постоянно звонит. Да, хорошо, сейчас попробую. Да, сейчас приеду, подожди. Мне отъехать очень срочно нужно. Ну, как скажешь. Пацаны. Едь. Да-да. Давай. Я прослежу за ним. Напишешь тогда. Да, я поехал. Очень странно ведет. И сейчас идеальный момент, чтобы проследить за ним. Звук есть, камера, шпионим за Владом А4 челом. Я стану настоящим шпионом. Поддержите меня, пожалуйста, лайком. Чем занимается Влад А4 в свободное время? Так, Влад еще здесь. Я вспомнил. Пойдемте, покажу. Меня не узнали. Бинокль. Я надеваю наушники и могу слышать, о чем говорит Влад. Подпишись, пожалуйста. Настоящий шпионский фотик. Капец, вот это приближение. Недовольное лицо, я его таким злым никогда не видел. Влад, ты зря ты говоришь, я приеду прямо сейчас. Я через минуту выезжаю, через 20 минут буду у тебя, хорошо? Одна минута. Так, ребята, я в гелике. Давайте посмотрим, что у него тут есть. Так, я серьезный шпион. Тут есть какая-то книжка, еще есть какая-то фотка. Что это такое? Как это понимать? Прибор для замера давления. Ну, конечно, Влад не молодеет. Меня Влад просто кокнет, если узнает, что я вам его показал. Влад узнает, что я вам его показал, то мне крышка. Здесь даже Влад маленький есть. Да, 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 все, я выезжаю. Буду вести отчет уже со следующего кадра. Мы уже минут 10 куда-то едем. Что Владос так поздно тут может делать? Я на месте. Ты где? Владос куда-то выжил. Место. Мне это очень не нравится. То он возвращается, пацаны. Блин, что-то здесь не так. Да, наконец-то. Едем дальше. Не знаю, куда мы едем. Немножечко страшно. Алло. Да, место в багажнике есть, да. Что, он большой? Не-не-не-не-не-не-не, в багажнике места нет. Реально страшно. 6. Это мой шанс. Мне нужно срочно куда-то спрятаться. Все, так нормально. Ребята, это что такое? Что он там несет? Он сказал, что там бардак. Это я. И кого-то туда укладывают. Как я дальше буду за ним шпионить? В его машине, в багажнике, GPS-навигатор. Все просто. Такси. Так, вот за тем геликом. Глент шпион. Даже если мы его потеряем из виду, ничего страшного. Я так понимаю, что вы блогеры. Влада А4 знаешь? Ох, ребята, это, конечно, был супер ответственный момент. Мне нужна ваша поддержка. Пожалуйста, нажмите на красную кнопку подписаться. Давайте поднажмем. И вы тоже поднажмите, пожалуйста. Мы совсем рядом, ребята. Вот, вот его гелик. Мы уже минут 20 едем. Не понимаю, что происходит, но очень интересно. Я понял, ребят, он приехал к себе домой. Заезжает в гараж. Начинает закрывать гараж. Я в надежном месте. Что я вообще здесь делаю? Я проник в чужой дом. Принимает от него сумку. Потом странный черный мешок. Вон сидит Владос, пьет водичку. Ребята, к Владу кто-то пришел. Пойдем посмотрим, кто это. Покажите товар, пожалуйста. Я сейчас минутку наверх поднимусь за деньгами. Шанс попасть в дом. Чё тут Влад у нас опять заказал? Ну, как обычно. Чё? Детское платье в погремушках. Качественные игрушки. Не, ну для вашей малышки все самое лучшее. Какая малышка? Он что, будет отцом? Поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, я обязательно поставлю тебе лайк.
А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее, делай кнопку серой. Не самая лучшая ситуация, в которую я мог попасть. Так, вы слышите это? Влад, походу, пошел в душ. Против никого нет. Все чисто, самое время расставлять камеры. Камеры, где мы его точно сможем увидеть. Тут открыта какая-то дверь. По-быстрому поставим камеру. Все супер. Такой красивый, популярный, любят и мальчишки, и девчонки. Влад вырубил душ. Давайте посмотрим, что делает Влад. Владос. Всем привет, меня зовут Влад Кобяков. Все. Таким в зале точно не занимаются. Так, ему звонят. Какая ночью съемка, вы шутите? Час ночи времени, алло. Ладно, сейчас попробую позвонить Гленту. Что? У Глента недоступен. Пока Влад переодевается, у меня есть единственный шанс уехать отсюда. Погнали пробовать. О, нет, я сюда не полезу. Я залез в машину, буду ждать Влада. Надеюсь, он меня не спалит. Это бред. Какие съемки? Съемка через полчаса. Мне нужно срочно к вам подъехать. 2 часа ночи. У меня съемка. Что это за приколы? Чего-то стрёмно. Ходит. Духи Ютуба? У них сзади на площадке... Не-не-не-не-не. Что происходит? Подождите, я... Может, мне кажется это все? Кто я только что увидел? Я с ним это обязательно обсужу. Ро! Здоров. Где Глент? Он же приехал? Не, еще нету никого. Пойдемте разбираться. Что за образ? Ты ничего не хочешь мне сказать? Что ты делал сегодня целый день? Бытовые вопросы. Это что за кейс? Ты че за мной следил? Ну открой, посмотри. Давайте. Батя мне передал чебуреки. Кто или что у тебя в багажнике? На, смотри. Ковер. Батя попросил завести ковер в химчистку. Почему ты тогда не говоришь, что ты станешь папой? Это для собаки. А, кто у нас такой красивый? В зале. Ой, слушай, ну, каждый тренируется, как он хочет. Перетрудился. А что было в лесу? Не было никакого леса.